тебя либидо. Давление может быть повышено с утра. Сейчас уже все нормально. Угу. Пора быть мне. Позвоночник. Мы с вами когда заполняем своды, да, на вакцину. Расслабьте. Я понимаю, потом соединяю, еще себя увижу. Тут нет. Мы сейчас всем предупредим, что себя где-то попали, что это просто как образ показывает. Как вы себя чувствуете? Хорошо, все хорошо. Выйти мне очень сложно. Я недавно перенесла операцию на ноге. Пока не очень уверенно хожу, вообще не уверенно, но двигаюсь по квартире. Да, я решила, потому что дочка везде выходит. Бывает и в магазинах, и в транспорте, и погулять. Она вакцинирована. И надеюсь, что я начну ходить по-настоящему уже. И могу тоже выйти, быть с людьми, общаться. Не так, как сейчас, конечно. Сейчас это трудности, естественно, потому что даже пригласить кого-то там что-то помочь, первый вопрос, а вы вакцинированы? Правильно? Поэтому я думаю, что надо это делать. Во-первых, вы дали мне больничку. Сказали, что мне уже запущено.